Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я покажу вам те раскраски, которые буду раскрашивать в январе. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Конечно же, поздравляю всех с наступившим Новым годом. Ну и желаю всего вам самого-самого наилучшего. Я хотела в этом месяце немножко отдохнуть от планов. Ну, составить так небольшое количество взять именно чисто по плану, остальное по желанию. Но так получилось, что все равно у меня или 30, или 31 раскраска подобрались. Потому что что-то у нас в совместном раскрашивании, ну и так далее, что-то просто хочется пораскрашивать. Короче говоря, в любом случае, большая стопка. Ладно, сейчас буду показывать. Во-первых, вот эту раскраску, одну из последних, я добавила в планы, потому что я что-то смотрела на свои полочки и вспомнила, что, оказывается, на новогоднюю тематику у меня есть вот это. «Мороз и солнце» Ксении Громовой. Не могу сказать, что мне как-то очень нравится этот стиль. Но раскраска есть, и потихоньку ее надо продвигать, и она не такая уж плохая. Вполне даже себе. Следующее. Это творческое самовыражение. Шестой номер за 17-й год. Далее. Рита Берман. Под лупой. Это подарок Оксаны. И ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Очень нравится мне северная красота. Замечательная раскраска. И сейчас для нее самое время. Очень мной любимые удивительные животные. Просто обожаю эту раскрасочку. Дальше. Модные раскраски для девочек всех возрастов. Шестой номер за 17-18 годы. Тоже люблю эти издания. Далее «Хрупкий мир» Керби Розаноса. Здесь мы красим вместе с Оксаной. И в том же самом составе мы раскрашиваем в геоморфозах. И в этом месяце мы ее должны закончить. Потом обязательно с вами ее полистаем. Кстати говоря, помимо того, что я в планах сейчас покажу, у меня будет еще одна новенькая раскраска. Она будет у меня по годовому челленджу раскрасить и закончить по максимуму. Потому что первый челлендж подошел к концу. И, соответственно, я выбираю новую для себя раскрасочку. То, что я ее буду красить, я еще знала, когда выбирала для первого челленджа. Ну, и также я не ставлю в планы кошки, города. Это так, вне плана. Я в том месяце особо там не раскрашивала, но я нагоню это дело, когда будет настроение. Ставлю в планы, как всегда, Хьюги. Хьюги у меня, как водится, идет вместе с котиками, потому что покупала я их в конце 2018 года вместе и с тех пор раскрашиваю. Следующее, что я взяла в планы, поставила, это от Ханны Карлсон серия «Волшебные истории. Заколдованный лес». Мне эта раскрасочка очень нравится и буду с огромным удовольствием в ней раскрашивать. Из этой же серии «Полуночный маскарад». Эта мне раскраска нравится гораздо меньше. Но она как-то по тематике подходит, поэтому пусть будет. Далее также Ханна Карлсон «Дневные грезы». Очень эту раскраску люблю, она очень хорошая. «Рассветный час». Тоже обязательно пораскрашиваю. Мне нравятся всякие сюжетные иллюстрации и тому подобное. И зимнее время самое то для раскрашивания. Мария Тролли в час заката. Как я говорила, для меня эта раскраска у данного иллюстратора самая лучшая. Чего уже не скажешь о раскраске «Дивная луна». Далее, очень люблю зимнюю раскраску и
также снежную. Они тоненькие, но, например, детская акварель здесь прекрасно подходит. Ну и иллюстрации очень хорошие. А вместе с Оксаной каждый месяц и по порядку мы раскрашиваем в волшебном мире Средиземья. Этот месяц не будет исключением, так что ставлю в планы. От Виктории Дорофеевой «Тайны стихии. Земля и огонь». Ну, в общем, от этого иллюстратора это самая любимая раскраска, поэтому буду с огромным удовольствием раскрашивать. Здесь много очень таких уютных иллюстраций. А Марина, канал Марининой раскраски, дарила мне миллион новогодних котов Джона Бигвуда. И Марина, и ее мама Юля, это канал «Полка с раскрасками», вроде как. Я прошу прощения. Ну, да, как-то так называется. В общем, буду тоже здесь красить, потому что очень она классненькая. И также подарок от Марины и Юлии. Я люблю раскрашивать морских единорогов. В этом месяце я должна буду две здесь раскрасить, за тот и за этот месяц. Я просто про нее в том месяце забыла и даже не ставила ее в планы. Вот, а так мы красим с Оксаной и с Мариной. Следующее — это арт-йога. Шестой номер за 17-18 годы. Тоже хорошие иллюстрации. Нормальная бумага, никаких вообще нареканий нет. По номерам у меня будут обязательно волшебные миры и в парочку пейзажи. У меня также есть животные, но пока, опять же, из-за того, что много тематических раскрасок, ну, уже как бы некуда ее ставить. Здесь мы красим с Оксаной. Также оставлю в планы новую раскраску Coloring Book антистресс. Я ее купила в конце декабря, но так как предновогодняя суета, мне некогда было ее начинать. А вообще я обычно купила и сразу начинаю. Поэтому вот перенесла ее на январь. Буду начинать. Подарок от Оксаны — «Очаровательные ведьмы». Я ее сразу же начала, как только получила. Ну и, соответственно, в этом месяце еще в ней пораскрашиваю с огромным удовольствием. Следующая раскраска — это из серии арт-терапия «Снежная принцесса». Здесь уже и много чего готового, фон, ну и прочее. В общем, буду раскрашивать. Из серии «Волшебные раскраски. Мир вокруг нас». Тоже очень ее люблю. Тематическая раскраска «Рождественские чудеса» Джоанны Бесфорд. Не самая любимая, но зато тематическая. И последнее, что я поставила в планы, это колортроник. Ну, тоже как-то уже двигаемся. Не сказать, что здесь прям она по максимуму заполнена, но не так-то много тут осталось, я смотрю. Когда мы ее должны закончить, по идее. Не, ну вообще на самом деле кажется, что красим и красим, а по плану в июле, только в июле должны ее закончить. Вот как-то так. Ну, в общем, тем более, значит, она в планах. Ну что ж, если это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. И пусть все ваши хотелки сбываются. До скорой встречи. Всем пока-пока.